Родители, чей ребенок в садике остался без зуба, получат 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили общественники Златоуста. Напомним, инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений. Когда мама пришла забирать ребенка из садика, то увидела, что у сына нет зуба. Как рассказал мальчик, он играл на площадке с другими детьми. В какой-то момент у него слетела шапка на глаза, и он ударился об железную конструкцию. Но вот как на это отреагировала воспитатель, родителям кажется просто недопустимым. Взяла меня за шкирку, за капюшон, повела к сугробу, начала полную перчатку снега набрала и прям в рот заталкивала. То есть она тебе снег в рот толкала? Да. А ты его глотал? Ну, немного попадал. А потом что она попросила сделать? Потом она меня заставила убирать кровь, закапывать. По рассказам мамы, так ребенок бегал на улице еще полчаса. Позже ей позвонила старшая воспитатель и сообщила, что ребенка нужно забрать. Приехав, женщина сразу же отвезла сына в травмпункт, а позже написала заявление в прокуратуру. Указанное представление рассмотрено в образовательном учреждении с участием помощника прокурора города. По всем доводам представления проведена проверка, в ходе которой доводы представления нашли свое подтверждение. С педагогическими сотрудниками МАДОУ «Детский сад номер 137» проведен внеплановый инструктаж «Охрана здоровья ребенка на прогулочных участках». Прокуратура проверила работу воспитателя, и вот Златоустовский суд вынес решение, детский сад должен будет компенсировать моральный вред родителям в размере 30 тысяч рублей.